Всем привет. Угадайте что? Время для обновления. У нас есть для вас новый контент и еще одна оптимизация. Проверьте это. Итак, мы услышали ваши отзывы и провели еще один раунд оптимизации. Не буду утомлять вас техническими деталями и скучными вещами для ботаников, но вы должны увидеть гораздо лучшую производительность после этого обновления. Как всегда, мы постоянно отслеживаем ваши отзывы и адаптируем их к разработке. Оу! Это могло иметь решающее значение для чего-то в будущем, но кто знает. Начнем с новой точки интереса. Какой цивилизационный район без всякого хлама? И этот хлам нужно куда-то одевать. Этот новый РТ расположен в секторе Б0. Идеальное место для наркоманов, собирателей или просто людей, которым нравится это зловещее чувство в ночное время. Правильно, у вас всех всегда есть что попросить, не так ли? Хорошо, мы здесь, чтобы угодить. У вас есть оружейные стеллажи для хранения оружия. Но это все еще не удовлетворяет естественный зуд. Вот несколько настенных креплений, на которые можно повесить ваши предметы. Не стесняйтесь повесить коллаж прямо у входной двери, чтобы у посетителей не возникало никаких забавных идей. Мы полностью переработали систему настроек. Первое, что вы заметите, это новый интерфейс. Сейчас он намного удобнее и лучше выглядит, а также упрощает доступ к вашим настройкам. Что касается самих настроек, мы добавили кучу новых опций, упростили другие и немного поработали на заднем плане. Результат не только лучшая производительность на стороне клиента, но и дает нам большой контроль над графикой, чтобы оптимизировать изменчивость настроек в зависимости от качества, которое вы хотите установить на своем ПК. Исправление ошибок. Неправильное название некоторых предметов. Облака не обновлялись при изменении погоды. При разделении стопки пуль показывалось неправильное количество патронов. Отображались размытые текстуры. Обойма М1 Grande при падении. Белая точка отображения в ZR при наведении лука. Поврежденные предметы инвентаря некорректно отображали повреждения. Обезболивающее и пищевое отравление иногда не загружались должным образом. Иногда других заключенных не было видно. Увеличен контраст текста в интерфейсе фоторежима. Взаимодействие с ремонтом больше не отображается как доступное для выбора, пока у игрока нет инструмента для ремонта. У сборщика воды от дождевика теперь больше здоровья. Бейсбольную биту с шипами теперь можно сделать с помощью Blaze биты. Из кобуры для тактического оружия теперь при разрезании выпадают тряпки, а не шкуры животных. Изменен урон от огнестрельного оружия. Строительные перчатки были заменены изоляционными перчатками при падении груза. Теперь доступ к инвентарю транспортных средств можно получить, нажав клавишу Tab. Устрицы теперь съедобны. Улучшена работа автомобильной камеры на низких кадрах в секунду. А это, не знаю, давно ли это добавили, но при повторном обыске не нужно ждать время. Ну и пару слов от себя. Очень нравится, что разработчики работают над игрой. Все приятно. Сетевые лаги, вот это все оптимизация, улучшение графики, это все заметно и это все круто. Жду, конечно, обновлению с NPC, заданиями, квестами и новым аванпостом, который будет в будущем, я надеюсь. С вами был Розе, всем до новых встреч.
Ooh.